Иисус Христос. Твоя вера, она жизнится не на снах, не на видениях, а на Слове Божьем, на Христе Иисусе. Но, обратите внимание, основание положено, а вот на этом основании мы строим. И Библия, посмотрите, это не я придумал, не Папа Римский, а это Библия написана, что кто-то строит из золота, кто-то из серебра, кто-то из драгоценных камней, кто-то из дерева, сена, соломы, и строится. Но Библия говорит, что придет день, и в огне испытает каждого, какое строение. Вы знаете, поэтому, то есть, которую я на золоте строю, золото не горит. Оно не горит, оно плавится. Поэтому очень важно, на каком строительном материале мы сегодня строим. В прошлый раз мы немножко говорили, а это дерево, что-то из дерева. Что такое дерево? И мы говорили, дерево – это пустое учение. Это то учение, которое вымысли, предание, которое не на Библии строится. Дедушка меня научил, мне бабушка подсказала, я так понимаю, мне сон приснился, мне кто-то сказал, это мое, но оно не на этом. Я приводил пример, правители, government, политики, они какие-то делают шаги, какие-то реформы, но только на основании конституции. Аминь? На конституции. Почему? Конституция дает свободу. А если немножко неправильно, криминал, проблема, поэтому у нас есть одна конституция духовная. Это Holy Bible.